Всем привет, друзья! Вы смотрите SLT Fight News, и мы в Могилеве на бойцовском шоу «Патриот». И рядом со мной победитель шоу в весовой категории 70 килограмм Исмагилов Рамиль, представитель Витебского клуба смешанных единоборств. Start Legend Team. Start Legend Team, ребята! Витебские наши ребята сегодня просто забожили. И один из этих ребят – Рамиль. Ну и, соответственно, конечно, пару слов Рамиль нам сейчас расскажет. Рамиль. Да. Рамиля был потрясающий бой, состоящий из трех раундов. Вообще проводились, было два раунда, да, по регламенту два раунда. И если ничья, то назначается третий экстра раунд. И это как раз случай Рамиля. Ну, я думаю, я не буду тут красноречить, пускай Рамиль сам расскажет с первого по последний раунд про свой бой. Рамиль, начинай давай. Бой был крутой, я думаю, зрителям всем понравился. Расскажи, что он был очень длинным. Да, был очень длинным, устал. Ну, не знаю, на характере выиграл. Люди назначили третий экстра раунд, где Рамиль на 100% выглядел живее своего соперника. Соперник его реально устал. И у тебя были еще силы на третьем? Да, третий раунд еще силы были. Соперник был непростой. Да, но на самом деле. Скоро увидимся с ним. Да, на самом деле есть кое-какие нюансы про бой. Но пока мы не будем раскрывать всех тайн, но на самом деле бой был интересный, красочный. Все три раунда ребята бились в мясо. Я не побоюсь этого слова, потому что было просто сечи и заруба. Хочу поблагодарить, кто болел за меня. Крутая поддержка, всем спасибо. Ну еще хочу сказать большое спасибо тренеру Конышеву Вячеславу Анатольевичу. Если бы не он, я думаю, я проиграл бы. Ладно, по бою вроде поговорили, ты поблагодарил всех, молодец. И, ну и сейчас вопрос по самому мероприятию, расскажи, понравилось ли тебе, потому что ты выступал в клетке первый раз. Да. Ну и в подобного рода мероприятия тебя пригласили биться тоже первый раз. Расскажи свои эмоции. Ощущения как-то вообще крутые, все понравилось, еще хочу. Спасибо, Рамиль, тебе за интервью, спасибо тебе за победу, очень красивую. Я думаю, все ребята ее оценят. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал, там много интересного, ребята. Пока. Пашки миллион.